Итак, финны на льду. Олеся Карми и Макс Лидхольм. Маурицио Маргалью в качестве тренера представлен. Согласитесь, импозантен итальянец даже после окончания своей спортивной карьеры. Ну, а мы посмотрим за Олесей и Максом, чемпионами своей страны. Кстати, Олеся родом из Санкт-Петербурга. Ну, финские танцы на льду в целом неплохо знакомы любителям фигурного катания. В частности, можно вспомнить очень приличный дуэт Сюзанна Рахкамо и Петри Кокко, которые, к слову, были чемпионами Европы, обладателями второго места на чемпионате мира. Сейчас совсем другие времена, но Олеся Карми и Макс Лидхольм тоже показывают, что с ними вполне уже стоит считаться. Лишь однажды они попадали на чемпионат Европы. Это произошло 2 года назад. И тогда на первенстве континента в Загребе они попали в произвольный танец и заняли 19 место. И вот сейчас второе их пришествие на первенство континента. Вы, наверное, уже обратили внимание, что у бортика, помимо Маурицио Маргалью, их ожидает еще и Марина Зуева. А Марина Зуева – это изначально знак качество. Так что ждем ближайшего прогресса от этих спортсменов. Ну а сейчас вполне возможно они получат даже свою самую высокую сумму баллов, если судьи не поскупятся на оценки за компоненты. Пока на турнире Финляндия Трофи в минувшем году в Эспоо они набрали за короткий прокат 49,8 балла. В целом, за последние пару сезонов они много выступали на турнирах серии «Б», были седьмыми в Ницце, в турнире в Граце в 2013 году заняли 5-е место, 3-е место в минувшем сезоне в Дортмунде, что, пожалуй, пока является их
наивысшим достижением. Дважды были шестыми, все в том же Эспо и в Загребе на золотом пируэте. В целом спортсмены прогрессирующие, но пока еще не достигавшие настоящего европейского и уж тем более мирового уровня, чтобы бороться хотя бы за попадание в десятку сильнейших, как, к примеру, Уртадо Диас. Очень удачное выступление. В частности, много первых уровней они получили за все обязательные элементы. И за посадовали, за частичную дорожку шагов. Но, тем не менее, за презентацию 22 балла, почти 25 за технику. То есть то, что не додали технические специалисты, с лихвой плюсовали судьи. Ну и четвертый уровень за отвезло и за поддержку. Это само по себе уже очень достойно. А также впервые на чемпионате Европы все оценки за компоненты выше 5 баллов. Естественно, они первые, почти 47.